Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня хочу показать, как можно сделать из пряжи помпон. Вот так он выглядит. Его можно использовать для украшения одежды или для украшения шапочек или колпака для игрушек. Вот так, например. Нам для этого понадобится пряжа акриловая, любого цвета, какого вы хотите, вилочка и ножницы. Приступим к нашему мастер-классу. Берем ниточку и начинаем вот таким образом наматывать на саму вилку. Где-то примерно 50 или 70 таких вот оборотов надо сделать. Чем больше будет у вас оборотов, тем будет пушистее сам помпон. И потуже немножко так вот заматывается. Так, я сделала 70 оборотов. Хочу, чтобы попышнее он был. Ниточку отрезаем. Теперь нам надо примерно где-то сантиметров 15 отрезать ниточки. Вот так. Так, когда будете наматывать вот ниточку, оставляйте пространство вот это вот, чтобы вот сюда можно было потом засунуть вот эту ниточку, которую мы с вами отрезали. Берем ниточку и просовываем вот сюда. Так, потом вот таким образом мы завязываем. Потуже. Еще раз на узелок, на один. Теперь мы аккуратно все так снимаем. Здесь мы можем еще раз все это обмотать, завязать. Вот так вот. Так. Посильнее затягиваем. И еще раз на узелок. Так, берем ножницы и начинаем разрезать вот эти все вот наши вот петли. Так, все, которые у нас здесь есть, мы так разрезаем. Так, это мы. Вот эти ниточки мы не отрезаем, мы за них будем пришивать к шапочке или колпаку. Так, потом мы вот это вот так все подравниваем. Чтобы у нас был такой кругленький. Лишние, которые длинные, топорщатся, мы их
Подравниваем вот так. Так, вот такой помпон у меня получился. Такой маленький, красивенький. Хочу еще показать вам один способ, как можно делать помпон для шапочек или для украшения одежды. Нам понадобится акриловая пряжа и ножницы. В этом способе не понадобится вилочка, тут понадобятся наши пальцы. Значит, отрезаем вот такую длинненькую ниточку. Так, значит, берем вот эту длинную ниточку и ложим между пальцев вот этих. Вот таким способом. Выравниваем, чтобы вот эти концы были одинаковые. Дальше берем уже вот эту ниточку, с которой мы будем наматывать. И наматываем на наши пальцы 50 или 70 оборотов. Я намотала 70 оборотов. Ниточку мы вот эту вот отрезаем вот так. Нам уже не пригодится. Берем вот эту ниточку, которая у нас вот между пальцев лежит, и завязываем на узелок. Конечно, немножко неудобно, но как-то надо завязать. И завязываем. Затягиваем. Теперь вот этот конец мы просовываем опять через пальцы. Можно с помощью ножницы аккуратно протолкнуть и вытащить. Так, подтягиваем. На этой стороне мы еще завязываем на узелок, помогая себе пальчиками другими поддерживать. Затягиваем. И теперь здесь мы аккуратно снимаем с пальцев, аккуратно, медленно. Так вот, такой бантик получился. И здесь уже нам будет удобно завязывать двумя руками. Подтягиваем вот так вот посильнее. Еще раз на узелок завязываем. Вот эти ниточки две мы оставляем для того, чтобы потом, когда у нас будет шапочка связанная, мы с помощью них зафиксируем этот помпон на шапочке. Так что их не отрезайте. Так, теперь мы отрезаем. Так, вот эта ниточка нам лишняя. Теперь мы вот эти все петли, которые у нас, мы их разрезаем. Так. Так его выпрямляем, вот эти вот ниточки. Так он неровно получился. Теперь мы его будем немножечко так подстригать. Вот эти, которые длинные ниточки, мы подстрижем их.
Вот так вот. Так, вот еще петельки не разрезанные есть. Чем больше вы сделаете оборотов вокруг пальцев, допустим, 70, а может 80 хотите, тем пышнее у вас будет ваш помпон. Так он выглядит. Так, можно еще вот подровнять. Такой красивый-красивый получился помпон. И очень быстро. Мне больше нравится вот этот вариант, который на пальцах. Но вы уже выбирайте, какой больше вам нравится, на вилке или на пальцах. Если вам понравился мой мастер-класс, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии. А также хочу попросить вас подписаться на мою группу ВКонтакте, на мой Инстаграм. Ссылочка будет в описании. Переходите, подписывайтесь. Всем пока-пока. До новых встреч.